Всем привет! Я сходила в магазин, купила продуктов. Сейчас хочу сделать обзор. Достаем первый подписчик. Сходила в магазин «Перекрёсток». Так, купила клубнику. Грамм 600. Смотрите, какая крупная. Офигеть. И там они почти все такие. Так, клубника полкило. Дальше. Молоко домик в деревне 3,2 я беру. Так. Десяток яйцела. Сельская. Новь. Такие коричневого цвета. Такие. Так. Взяла два десерта шоколадных грамм и два ореховых. Ну, себе и сыну. Так, взяла сметанку, домик простоквашино 20%. И три пачки творога 9% просто. Так, утром порошок есть. Взяла сыр российский, ну не знаю тут сколько грамм стоит. Так, чек пока в сторону. Это был первый пакет. Второй пакет достаем. Так. Здесь я купила черешню грамм 600-700. Черешню обожаю. Такую вот. Она тут разная. Есть вишневая, есть красная. Черешня 400 рублей килограмм. Ну, потом попробую. А клубника? Так, клубника сколько? Не, я что-то забыла. 350, по-моему. Еще пакет молока. Это с кофейком. Так, потом я взяла огурцы. Помидоры у меня есть, поэтому взяла только огурцы. Так, зеленый лучок. Салатики делать. Ну, дальше начинаю вредные продукты. Сосисок взяла упаковочку. Сосиски клинские. Я думаю, что хорошие по ГОСТу сделаны. Так, дальше. Гречку взяла. Но это когда вот очень торопишься и некогда готовить, то нормально. И взяла две пачки фарш говяжий. Фарш домашний. Черкизово. Я так думаю, что тут смешанный фарш и говядина, и свинина. Полуфабрикат мясной рубленый категории Б. Фарш домашний. Тут так мелко написано, я даже 400 грамм, вот одна упаковочка. Это я вот на один раз котлеты сделаю, а вторую упаковочку я хочу суп с фрикадельками потом сварить. Взяла вторую упаковочку. Это все, что я купила. Так, теперь смотрим чек. Тут так мелко, но я думаю, что я без очков все-таки разгляжу. Так, сыр российский. Сколько грамм? 200 грамм. 130 рублей. Ну, два пакетика 12 рублей. Творог. Три пачки 108 рублей. Дальше сосиски. 386 рублей. Ничего себе. Тут вот сосисок 8 штук. 380 рублей. Это какие дорогие сосиски. Надеюсь, что качественные хотя бы. Блинчики 86. Так. Фарш домашний. Две штуки 200 рублей. 400 грамм 100 рублей. В принципе, недорого фарш стоит. Но другое дело, что не знаю, какое качество, из чего он вообще сделан. Там так мелко написано, что не видно. Конечно, можно было просто мясо купить. Кусочек свинины, кусочек говядины. Мясорубка есть электрическая. Я ее боюсь, эту мясорубку. Я боюсь ей пользоваться. Она так шумит, мне страшно становится. Потом мыть еще ее, блин. Лень тоже. Так,
Молоко «Домик в деревне». Две штуки по 50 рублей. Зелень 45. Пудинг. Два таких 128 и два таких 128. Яйцо куриное 53 рубля. Огурцы 450 грамм, полкило 80 рублей. Что-то дорогие огурцы какие-то. Ну ладно, это вот все, что я купила. Вот. Хотела еще купить бальзам для волос. Но вот ореховый под шампунь. Я никак не могу найти бальзам под шампунь. Сейчас я вам его покажу. Так, надо пойдем. Они мне еще под мусор пригодятся. Вот вам принесла показать, какой я бальзам ищу. Кстати, шампунь тоже заканчивается. Вот так вот где-то вот треть, наверное, осталась. Шауа. 6 уровней восстановления. Мультиэффект шампунь. Оживляет, питает, реструктурирует. Я плохо вижу без очков. Возрождает блеск, борется с течением, против выпадения. Маслом ореха и витамином аминокомплектом, комплексом для очень сухих и поврежденных волос. Но они у меня не сухие, но поврежденные, судя по всему. Ой, так пахнет, мне нравится. Как вот орехами пахнет, чем-то таким, шоколадкой. Вот еще такой бальзам. Кстати, надо было купить шампунь. Это закончится, надо было один запас взять. В следующий раз куплю обязательно. А если будет бальзам, то куплю сразу несколько штучек. Ну, чтобы он у меня был. Были мысли еще купить. Ну, когда ходишь по магазину, всегда что-то хочется. Можно было купить мороженое. Но мороженое у меня есть в морозилке. Я уже съела сегодня с утра рожок один. Так что хватит. Вот. Потом мне еще хотелось фанты купить. Но я сдержалась, думаю, не буду брать, потому что, ну, там сахар, все такое, химия. Не стала я брать, короче, этот, как его, фанту. Думаю, ну вот взяла продуктов, ну, по крайней мере, можно есть. Вот это все можно есть. Ну, что тут самое вредное? Ну, вот эти, конечно, десерты. Ну, две штуки. Из вредных продуктов. Здесь только десерты сладкие. Ну, яичко, может быть, не очень полезный продукт. Ну, и вот сосиски молочные. Ну, я думаю, сосиски это еще по-божески. Можно там с овощами съесть. Иногда. Вот. Ну, помидорки у меня есть. Там мало осталось. Ну, в следующий раз куплю. В общем, вот. Лучок зелененький иногда прям так хочется. Придешь с работы, ешь такой аппетит. И вот лучка зелененького хочется иногда прям с салатиком там с чем. Да хоть с чем, с сосисками, с теми же. Витамины все-таки. Лето, нужно есть витамины. Ну вот видели, я купила вот полезный продукт. Клубника, черешня. Он тоже сладкий, тоже много нельзя. Короче, не стала я брать фанту. Я лучше водички попью с-под крана. Из фильтра. С мороженым. Ну, мороженое иногда можно. Но это лучше, вот когда куда-то идешь уже гулять в парк. Ну, вот хочется, можно купить. А, ну, в выходной там, по праздникам, не надо каждый день мороженое есть. Это тоже не дело, конечно. Тем более, там, не дай бог, еще там пирожные какие-нибудь. От печенюшки я вообще побежала в другую сторону от витрины. От тортиков тоже, пока чего-нибудь не захотелось. Просто бегом оттуда рванула. Вот только сосисок купила. Думала, сардельки взять или сосиски. Ну, сардельки, они такие крупные. Ну, там одной объесться можно. Думаю, ладно, возьму сосиски. Они попроще, по ГОСТу сделанные. Я думаю, они нормальные. 1 июня упаковано.
до 26 срок годности, полкило, тут кило 300, ой, 530. Ну, в общем, вот. Продуктами затарилась. Теперь я в магазин не скоро пойду, дня через 3, когда уже будут следующие выходные. Воскресенье, наверное, пойду теперь в магазин. Тем более там зарплата должна прийти, надо будет перекинуть. А то я уже там в долги лезла опять. Так, ладно. Наверное, сейчас выйду в эфир. Вот сейчас, не знаю, сразу видюшку выложить или попозже. Короче, ребятушки, я сейчас попью кофейку, выложу видюшку. И после этого сразу выхожу в эфир. Пока-пока. А вечерком еще раз выйду.